Планы у нас все понятные. Дело в том, что в руководстве областного комитета партии вторым секретарем я работал с 2001 года, поэтому за эти где-то 14-13 лет мне совершенно понятно, я хорошо знаю, как и чем живет наша областная партийная организация. Со многими сегодня, кто голосовали, я работаю и не первый год, а больше 10 лет. Поэтому будем укреплять партийную организацию, будем наращивать наше влияние в регионе, будем стараться привлекать больше молодежи в наши ряды, ну и вообще людей всех возрастов. Вот, поэтому будет продолжаться текущая работа, будем, конечно, усилять все направления, потому что у нас есть внутренние резервы, как это делать. И хочу сказать, что я считаю, перспективы у областной партийной организации, они есть, потому что у нас сегодня и молодежь, и ветераны, есть те, кто могут передать опыт, те, кто рассказать, ну и те, которые, соответственно, могут свою энергию, свои силы применить на конкретных задачах.